Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 2, секция 3, упражнение 45. Look at the table and say. Посмотрите на таблицу и скажите. A. What a typical breakfast, lunch or dinner for the students of your classes? Какой завтрак, обед, ужин типичен для учеников из вашего класса? B. Whether lunch or dinner or supper is the main meal of the day? Является ли ланч или обед или ужин главным приемом пищи за день? C. Whether your classmates eat too many sweets, cakes or too much chocolate or fast food? Едят ли ваши одноклассники слишком много сладостей, пирожных или слишком много шоколада и еды быстрого приготовления? Отвечаем. Предположим, что ответ на вопрос под буковкой A будет следующим. Lots of my classmates have toast with butter and a cup of coffee or tea for breakfast. Многие мои одноклассники кушают тосты с маслом и выпивают чашку кофе или чая на завтрак. Ответ на вопрос под буквой B может быть следующим. Lunch is the main meal of the day. Обед – главный прием пищи за день. И на вопрос под буквой C вы можете ответить либо yes, they do, либо no, they don't. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.